В 2021 году в столице предполагается возвести примерно 600 тысяч квадратных метров жилья. Основными площадками для возведения многоэтажек будут территории в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева, Шишкина, Кулешова, жилые районы Лошица и Чижовка, а также комплекс «Минск-Мир». Проект застройки территории всего комплекса «Минск-Мир» рассчитан до 2027 года. Здесь появится более 2 миллионов квадратов нового современного жилья. По проекту здесь должно быть 13 детских садов, 7 школ, 2 взрослые и 1 детская поликлиника. Продолжается освоение Лошицы-9, где сейчас возводится одна из высоток, еще одна ожидает своей очереди. Также в этом микрорайоне идет строительство школы. Намечен по проекту и детский сад. Активно застраивается Лошица-8. Здесь будет 11 домов площадью около 150 тысяч метров квадратных для нуждающихся. В будущем здесь появится также детский сад на 230 мест и школа на 1020 учащихся. Началось и освоение Лошицы-7. Здесь возведут 5 жилых домов, запланирован многоуровневый паркинг, детский сад на 140 мест. Стартовал экспериментальный проект по преображению территории улиц Клумова, Стахановская, Чеботарева, Щербакова, где раньше располагались двухэтажные дома после военной застройки. Вскоре здесь вырастут 3 жилых дома, в которых будет 251 квартира. В домах на уровне первого этажа будут открытые паркинги. Завершение строительства ожидается в 2022 году. По проекту комплекса «Малая Родина» на бывшей территории воинской части в границах улиц Крупская, Шишкина, Кулешова разместятся 9 домов на 1624 квартиры, детский сад и многоуровневые автостоянки. 2 дома и паркинг уже введены в эксплуатацию в 2020 году. В Чижовке 6А планируется построить 8 высоток. На завершающем этапе возведения находятся 4 многоквартирных дома. Ведутся работы и на остальных. В Чижовке 6 будет 5 домов. Проект включает также строительство детского сада и многоуровневых гаражей и стоянок. В границах улиц Ангарская, Магнитная всего предстоит построить 8 жилых зданий, 5 19-этажных высоток, 2 дома в 14-16 этажей и 1 10-этажный.